Всем привет, друзья, из Алании, пляж Клеопатры, дом Латаж с той стороны у нас. 26 сегодня января, 14.15, извиняюсь, 4 часа 15 минут сейчас. Ветерочек легенький дует, надеюсь, у меня не забивает. Друзья, рассказываю о погоде. У нас наше лето временно, походу, заканчивается, скорее всего, завтра. И пришли вот смс-ки сейчас от службы спасения, от МЧС, как ее назвать правильно. И ожидаются у нас с пятницы на субботу, и в субботу, и, наверное, даже и воскресенье шторма сильные. Волны могут быть до 3 метров. Не факт, что все это будет, но вот пока вот так вот предупреждают всех. До 3 метров могут быть волны, и ветер до 70 км в час. То есть довольно сильный ветер. Шторм должен быть такой, я думаю, как в 2019 году, который есть у меня на канале. Возможно, может, конечно, всего этого не будет, пусть его лучше не будет. Вот, и температура по воздуху градуса на 3-4 снизится. Если сейчас у нас в тени 20-21 было, значит, будет от 12 до 16. Ну, 12 это, скорее всего, ночная. Ночью может быть до 9 градусов. И в горных районах Алании ожидается снег. Да, у нас, конечно, ливень ожидается. Также и ливень и град может быть, по-моему, в субботу может быть град. Но град долго идти не может. И, надеюсь, он сильно не повредит ничего. Я имею в виду апельсинки, урожай там, все что... Может, уже что-то высажено, что-то растет. Ну, в общем, хочется верить в то, что эта непогода будет буквально пару дней, а потом хочется верить в то, что вернется опять солнышко. Будем на это надеяться. Но главное, чтобы не было никаких негативных последствий от этих штормов и сильного ветра. Сейчас уже тоже не так. Ну, может, пару часов назад было здесь больше загорающих. Сейчас в основном люди в одежде просто сидят. Не так жарко, как было вчера, позавчера, сейчас. Свеженький ветерочек, где-то градусов 22, сейчас не больше, даже на солнышке, в тени 19. Вот. И было в Алании, буквально прошло не больше 2 недель от прошлого землетрясения. Ну, я не ощущал ни прошлое, ни это, хотя это многие ощутили. 25 числа было и с чем-то днем землетрясения, и оно во многих странах ощутилось, и в Египте, и на Кипре, и еще где-то. Был там эпицентр, ну, наверное, где эпицентр, там была магнитуда 5,5 или 5,8 баллов, то есть довольно-таки ощутимая. Но у нас, как оно ощущалось, сколько баллов было, я не знаю, но в Махмутларе люди ощущали в центре Алании многие. Но сильных землетрясений в Алании быть не должно, поэтому, слава богу, у нас тут ощущенные в этом плане. Место такое, где землетрясений может быть много и часто, но они такие несущественные, просто можно сказать, что они были и забыть о них. Вот, все это видео выставлю или сегодня же, или завтра утром. Так что, к сожалению, находящихся здесь, придется временно пока забыть про лето, про 25-27 днем и немножко отдохнуть от моря, кто каждый день ходил на море. Надеюсь, потом будет тепло и классно. Всем пока, всем привет из Алании.